И сегодня. Пойдем подписчиков деньги просить. Мы паспорта в колено оставим. Я думаю, человек 800 точно там будет. Просто, смотрите, просто тишина. Меня не пускают по фейс-контролю. Я не знаю, что происходит. Володя гей? Готовы ли вы сняться в моем клипе? Позвольте себе это иметь. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Егор Шип. Сегодня у нас, как всегда, влог. Я сейчас нахожусь на хореографии с замечательным Вашей Лимом. Сегодня будет классный влог, мы сегодня поедем к Малахову. Мы сегодня потанцуем на хореографии, в общем, смотрим до конца. Я твой личный геймбой, буду только с тобой. Ты катаешь на репит меня. Ты проигран был бой, я и ты один, но либо сохрани, либо все. Смотай назад. Я реально выходим на сцену и орём просто микрофон. Открываем шарманку. Ну что, ребят, мы приехали на саундчек с Егором. Сегодня выступаем в Вегас, ТЦ Вегас. Короче, мы выступаем в торговом центре Вегасе на жара. Обязательно смотрите на своих маленьких телевизорах. Мы сейчас будем чекаться и скоро начинаем. Эй, раз, два, три, чек, эй. А у вас нет 500 рублей в долг, мы хотим покушать? Пойдем подписчиков деньги просить. Пойдем. Мы паспорта в кальянной оставили, слышишь? Это жесткий. Что вы сделали? Паспорта в кальянной оставили. Давно? Ну, часа полтора назад точно. Да их уже там нету. Я думаю, их отложили. Ну, по-любому. Наивные догибают. Сейчас приходим, вашим кредит опять в итоге. Три совета, получается, ребятам, которые хотят начать снимать, но которые живут там где-то далеко, у них какой-то плохой телефон, нету денег, они пипец хотят начать что-то снимать. Если вы хотите стать популярными, просто прямо сейчас берите телефон, начинайте, и пока вы не начнете, и будете этого размусоливать в своей голове, ничего не произойдет. Пока вы не позволите что-то себе иметь, у вас никогда ничего не будет. Поэтому позвольте себе это иметь, и будет. Офигенно. Лучше буду искренне ненавидеть, чем делать вид каждый раз, что опять рад тебя видеть. Мы договорились, что будем играть в прятки, но снова наберу, узнать, что ты в порядке. Как твои дела? Трубку не берем. Я хочу тепла. Камера. Киборг убийца. Куда мы идем вообще? К Малахову. Который вот этот. Берегите себя и своих близких. С вами был Андрей Малахов. До скорых встреч. Оставайтесь с нами. Привет всем телезрителям. С вами я, Андрей Малахов, и шоу «Пусть говорят». И сегодня, по неожиданной случайности, здесь оказался мой менеджер, которого я не видел 5 лет. И все такие там: «5 лет! 5 лет!» Что вы скажете в свое оправдание? Куда вы так часто пропадаете? Пробки московские. Берегите себя и своих близких. С вами был Андрей Малахов. Друзья, нам запретили снимать за кулисами. Сказали, что всех оштрафуют, выгонят, накажут. В общем... У тебя есть исключение. Ну да, но это как бы не кулисы, а гримерки. Я хочу сейчас спросить у вас одну вещь. Готовы ли вы сняться в моем клипе? Да! Но это не точно. Друзья, следите. Давай пока в перчатках пару слов о выпуске. Что могу сказать о выпуске? Это было очень сложно, потому что я никогда не встречал в одном помещении так много серьезных людей. Они все что-то обсуждают. Короче, это было максимально скучно. Ну мы видели, ты чуть не уснул там. Даже особо говорить ничего не хотелось. Придешь еще раз? На «Пусть говорят» уже потом. На «Пусть говорят», да.
Короче, мы собрали очень много народу, но это, по крайней мере, я так думаю, не знаю. По заявкам было, ну, я думаю, человек 800 точно там будет. В общем, это мой первый большой концерт, именно когда я собрал свою аудиторию. Из-за этого гребаного карантина я не знаю, когда это будет еще. Поэтому, во-первых, обязательно подписывайтесь на мой в Инстаграм, чтобы быть в курсе всех событий, посещать мероприятия, концерты самыми первыми. Короче, ребят, мне пишет девочка в директ. Говорит, меня не пускают по фейс-контролю, мне 19 лет, паспорт проверили, все проверили. Она приехала из Уфы на концерт ко мне, не знаю почему. Короче, мы сейчас поедем, я ей попросил подождать, попробуем это как-то решить с охраной. Куда вы? Вот эти все ребята с нами подписывают. Вы видели хоть, чтобы один артист сам лично пропускал своих слушателей? Кстати, да. Никто не пропускал сам. Сейчас я ребят заберу. Это молодой человек с вами, нет? Да. Короче, ребят, Крапа не пустили, ему нет 18 лет. Девочку из Уфы пропустили, все ок. Не знаю, что с Крапом, сейчас посмотрим. Скорее всего, кто-то набухался из диджеев и обронил туда весь виски, например. Просто, смотрите, просто тишина. Короче, накрылись колонки, они только что лопнули. Я не знаю, что это такое. Это дискриминация, братан. Да ладно. Володя гей? Диор, я делаю фото. Пахнет Диор, искал тебя весь. Никого не слушай, нельзя лучше говори. У меня есть все, если хочешь, забери. Ничего не жалко для тебя, baby. Это не ваш концерт, ребята. Это мы стараемся разыграть. Они очканули, блядь. Вы подождете? 10 минут. Подождете? Я договорился, брат. Все, микрофон починен. Еще чуть-чуть и будет. Жизнь налаживается, да, сегодня? Йоу, ребята, блядь, все нахуй обрубили, блядь. Вы готовы разъебать, блядь? Готовы? Все вместе. Хочу пригласить Пашу Лима, дайте, пожалуйста, второй микрофон. Ну что, готовы? Yeah.
зачем в клубы ходите? Чтобы сидеть, но я типа не понимаю вашего вайба. Идите все сюда, танцуйте, отрывайтесь, чтобы завтра утром вам было стыдно, блядь, за то, что произошло. Врубаем. Смотри на меня, брат. Как твои дела? Трубку не берем. Выжимая по газам, ты стираешь адреса. Девчонка невидимка, я хочу тебя назад. Девчонка невидимка, исчезает по ночам. Девчонка невидимка, не найдет даже шанса. Выжимая по газам, ты стираешь адреса. Девчонка невидимка, я хочу тебя назад. Хочу сказать спасибо нашей футбольной команде ПК «Москорте» за то, что вы пришли. Ребят, я люблю вас. Отец, наша любимая Мухара. Спасибо, Джипси, вы лучшие! Громче, 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 Джипси! Ну что, друзья, концерт закончился. Я очень устал, потому что я ждал 3 с чем-то часов, чтобы выйти на сцену. Оборвался звук, короче, вырубились колонки, произошел какой-то полный пиздец. В общем, концерт завершился, все прошло максимально круто. С вами был Егор Шип. Пока-пока.